своего мотоцикла и выехать в течение 5 минут на поляну, именно туда, на Джимхановскую, на Джимхановский стадион. Да. Давайте пару слов скажу. Ну, боксер 125 обозревать не вижу смысла. Мотоцикл уже всем известный. Резина тут вон такая зубастенькая впереди. Конечно, здесь вот на пульсаре сейчас девушка ездит. На пульсаре я прокатился, но, честно говоря, отличия большого с боксером нету и с авенджером. Примерно одно и то же. Может быть, на трассе он и выдаст, как на больших оборотах, какую-то скорость 130. Ну, в чем я сильно сомневаюсь, 200 кубов. Едет примерно 120, это максимум, наверное. А вот этот мотоцикл, конечно, меня удивил. Я, честно говоря, немножко расстроен, потому что в душе я где-то думал, что я его покупать не буду, потому что это одностволка. Одностволка, которая ни хрена не будет ехать. Но сев на него, после всех этих мотоциклов, я понял, что 400 кубов валят, будь здоров. Кому-то уже, конечно, маловато. Но для начинающего это не то, что много. Не то, что в самый раз, это, мне кажется, много. Дубасит, короче, он конкретно. Очень резко разгоняется. Вот как ты на газульку давишь, так он и разгоняется. И тормозит. Тормоза здесь, конечно, Brembo. Бай Brembo. Вот. А в целом здесь можно заметить, что вот здесь написано Endurance. Амортизаторы на Avenger тоже Endurance. Это фирма, которая выпускает и передние, и задние амортизаторы. Обзоров на него очень много, но именно отзывов. Отзывов мало. Ну, достойно. Смотрится, как такой взрослый мотоцикл. Как-то так.